Вика Ахмедова! Так, с места в карьер. У меня плохие новости. Я за время карантина потолстела на 5 килограмм. Что, не надо аплодировать? Сука ты такая. Да, чтобы вы понимали, раньше это было две юбки небольшие. Теперь... Я очень сильно боюсь, что будет вторая волна, потому что она выбросит на берег Китая. Кстати, о китах. За время карантина Макс Фадеев похудел на 100 килограмм. Вы слышали? Супер. И не он один, не он один. Кристина Асмус за время карантина тоже сбросила 100 килограмм. Сейчас модно ругать Собянина, я хочу его похвалить. Дело в том, что он в этом году, для тех, кто не знает, кто не из Москвы, он сделал подарок всем женщинам, которые живут в Москве, 8 марта. Проезд во всем общественном транспорте был бесплатным для нас. В целом мне больше никто ничего не подарил, поэтому... Но мне было приятно. Бесплатный проезд. Более бесплатный. У меня был только подарок в институте. Мне там парень на день рождения закат подарил. И... Я не смогла воспользоваться подарком от мэра, потому что у меня есть машина, и я надеюсь, что Сергей Семенович в следующем году сделает подарок и для женщин за рулем. Да? Например, я придумала, вся парковка в Москве может быть бесплатной 8 марта для женщин. Крутая идея, да? Да. Тем более, что понять, что парковалась именно женщина, вообще не сложно, да? Если вы видите, что машина припаркована задними колесами на бордюре, а передними в заре, это женщина. Или если вы мужчина, скажем, пришли на парковку и видите, что у вашей машины сложены зеркала, а такая опция изначально не была предусмотрена производителем, то рядом с вами парковалась фея. Я один раз, честно скажу, на парковке потеряла машину в торговом центре. Ну как потеряла? Я запомнила номер, прихожу, ее нет. Я иду к охраннику, говорю, меня угнали машину. Он мне говорит, может, она на другом этаже? Я говорю, может, я похожа на идиотку? Он говорит, ну, давайте съездим. Ну, короче, мы едем в лифте, и я думаю, господи, хоть бы ее угнали. Пожалуйста, пусть она просто исчезнет. Приезжаем, стоит. Он мне говорит, ваша машина? Я говорю, нет. Думаю, ничего, эта сука через день сменится, я заберу вообще. Сразу сниму с себя звание «самый тупой водитель». У меня есть подруга, она купила машину, поехала в ГАИ оформлять ее. Ей там сказали, вы хотите красивые номера? И она сказала, да, синие. А? Так что я еще второе место. Я, кстати, вожу машину 10 лет, и мне нужно теперь получать новые права. Их меняют раз в 10 лет, я не знала. И мне кто-то сказал, что, мол, чтобы получить новые права, придется пересдавать теоретический экзамен на знание ПДД. Я думаю, зашибись, это мне заново все это учить? Сейчас кто-то скажет, ты 10 лет водила машину и не знаешь правила. Там есть правила, которые мне за 10 лет ни разу не пригодились. Вы вообще в курсе, что гужевые повозки все еще в ходу? А регулировщики? Ну, кто-то разобрался в правилах регулировщиков, нет? Мне кажется, это очень сложно. Даже, оказывается, есть специальный стих, чтобы, значит, в этом разобраться. Смотрите, палка вверх устремлена, всем стоять велит она. Если палка смотрит вправо, ехать не имеешь права, правильно. Если палка смотрит в рот, делай правый поворот. Если палка смотрит влево, поезжай как королева. Королева, вы поняли? Они даже не рассматривают вариант, что этот стих может понадобиться мужчине. Это чисто для королев, вы поняли? Я один раз в жизни была в ситуации с регулировщиком на дороге, и там никто не поднимал палку вверх или вправо. Он стоял и говорил, блядь, давай, давай, поехала, давай! Королева. Слушайте, а все так ржут, типа я одна не знаю правила или что? Вот мужчина, вы водите машину? Вы, да, я вас вижу. Водите машину? Сколько лет? Знаете правила, 12 лет водите? Ну, плюс-минус. Да? Проверочный вопрос.
Какая максимально разрешенная скорость при буксировке неработающего транспортного средства? Заткнулись все. 60? Ты умер. Ты умер на дороге. Ты понял? 50. Съел? Просто у меня был инструктор, каждый раз, как я делал что-то не так, он говорил: «Все, ты умерла на дороге». Поэтому никогда не учитесь водить на папиной машине. Это... Заплатите денег. Короче, я, как ответственный человек, выучила все эти правила, и оказалось, что их не надо пересдавать. Понимаете? Я думаю, зашибись, и что мне теперь делать с этими знаниями? Что велосипедист — это лицо, управляющее велосипедом? Куда мне все это? Единственное, что я добилась, что я теперь боюсь ездить с таксистами, потому что мы раньше оба не знали правила, а теперь только он. У меня была реальная ситуация. Я ехала с таксистом, нас остановили гаишники, и оказалось, что у него нет прав. И он мне говорит: «Может, поменяемся?» Я говорю, в смысле поменяемся? Ты будешь опаздывать в аэропорт, а я скучать по Азербайджану? Как мы? Короче, тупейшая ситуация. Я сижу за рулем такси, подходит гаишник. Говорит: «О, здрасте, вы Юлия Ахмедова?» Я говорю: «Нет, он Юлия Ахмедова, а я Турсунбек Арыстанбаев». Я, кстати, не понимаю людей, которые смеются над именами таксистов. Знаете, которые говорят: «Ха-ха, ко мне едет Магомед Курланбалыев». Я думаю, тебе смешно только потому, что он едет тебе как таксист, и ты сам его вызвал. Если тебе ночью придет сообщение, что к тебе едет Магомед Курланбалыев, а ты его не вызывал, тебе никуда не надо, и ты видишь, что он уже в 3 минутах от твоего дома. Вы бы там обосрались все своей семьей Козловых, блин. Еще меня бесит, что все так ругают женщин-водителей, как будто к женщинам-пешеходам нет никаких претензий, да? Вы знаете эту ситуацию, что на параде в честь Дня Победы в городе Калининград девушка маршировала и потеряла туфлю. Слышали? Да. И, в общем... Прекрасный ответ. Правильно. Так вот, женщина в Калининграде маршировала на параде и потеряла туфлю. И соль этой истории в том, что, значит, она сделала это незаметно. То есть она пошла дальше, не сбила строй, и вообще этого никто не увидел. Я думаю, так это неудивительно. Я погуглила, военные туфли стоят 2000 рублей. Ну, можно и потерять, да? Просто у меня есть парадно-выходные туфли, они стоят 45 тысяч. Если бы я на параде потеряла туфлю, я бы сказала: «Стоп, парад! Я планирую их носить еще 75 лет». Но самое интересное — это концовка этой истории. Дело в том, что эту девушку наградили. Наградили за то, что она потеряла туфлю, но не остановилась, продолжила движение и не помешала параду. То есть вы задумайтесь, нам только в 2016 году разрешили маршировать и уже награждают за то, что мы не мешаем маршировать другим. Вы поняли? Ей вручили памятную медаль. Я думаю, это очень странно, в армии же все по-другому. У меня дядя служил в армии, потерял там сапог, и ему дали пиздюлей. Тоже вполне себе памятных. Мужчины до этого маршировали 75 лет, и никто ни разу ничего не потерял, да? А они маршировали перед Путиным, что в 100 раз сложнее. Я как-то выступала на юбилее КВН, и вот так вот в первом ряду сидел Путин. И он смотрел на меня с таким лицом, как будто уже тогда знал, что я буду голосовать против поправок. Было удивительное время. Парад, да, перенесли на 24 июня из-за коронавируса, и в Москве засекретили место проведения салюта, чтобы люди не собирались массово. Но мы с моими друзьями решили, что мы самые умные, и что салют по-любому будет на Красной площади. 100%. Мы приехали туда, и, видимо, так решили все, потому что там было очень много народу. То есть мы массово собрались на Красной площади, но салюта там не было, он был в Лужниках. То есть мы просто ночью стояли толпой под стенами Кремля. И в определенный момент какой-то мужик рядом со мной пошутил, говорит: «Слушайте, раз уж мы все равно собрались, может, заодно свергнем царя?» Если что, вам эту историю тоже рассказал какой-то незнакомый мужик. Спасибо, еще увидимся.
Валя, здравствуйте. А? Премьера сериала. Здравствуйте. Ой, что-то тут это, какая-то грязь, что ли, у вас, или жвачка, или комара кто-то убил. Все. Валентина Иванько. Вы, кстати, что делаете сегодня вечером? Веду кружок психологии. По профессии психолог. Жаль. А мы сегодня решили закончить пораньше. Там у женщины кошку тошнит от ментая. Как удачно. По жизни Иванько. Валя, а? Вы адрес пришлете? А, да, да, конечно. Ой, что-то у меня руки затекли. Ой, прямо тут какой-то спазм. Иванько. В понедельник в 8 вечера на ТНТ.